Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, наверное, стоит сказать, что в этой ситуации, наверное, самое худшее, что вы можете сделать, это давить на человека, требуя от него, ну, там, каких-то решений, да, требуя от него каких-то, ну, каких-то ответов, ожидая от него каких-то там позиций, вот, ожидая от него какого-то принятия решения и так далее. То есть сейчас, конечно, человек находится под эмоциями, сейчас, конечно, у человека может быть шок, может быть травма, вот это, в принципе, вполне нормально, я бы сказал, в текущей ситуации, потому что так человек защищается от боли, которая у него есть. Вот. И вам просто нужно дать ему время, а вместо того, чтобы дать ему время, а вы, там, как-то, условно говоря, как-то вот рвете, да, там, мечетесь, вот, пытаетесь там что-то это сделать и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, ну, как-то это немножечко это деструктивная позиция, потому что человек не будет к вам ближе от того, что вы, ну, на него в той или иной степени давите, да, человек не будет к вам ближе от того, что вы там, условно говоря, будете пытаться его уговорить там на что-то, вот, и так далее. То есть это немножечко так не работает, к сожалению. Вот. Так что первое, что нужно сделать, это оставить, скажем так, немножечко человека наедине со своими мыслями, наедине со своими чувствами, чтобы он немножко так как бы побыл с ними, чтобы он немножечко так, можно сказать, успокоился, вот, ну, если можно так выразиться, да, да, вот. И, значит, когда ему первые эмоции немножко подулягутся, вот, человеку будет проще сам разговаривать и проще вас выслушать, и поговорить с вами он, скорее всего, еще захочет, потому что в таких вот ситуациях болезненных она требует обратной связи какой-то, она требует выражения эмоций, выражения чувств. Вот, и, соответственно, человек вам обязательно напишет, обязательно что с вами поговорит. Ну или вы, если ему напишете, то он обязательно с вами еще поговорит, 100%. Вот. Поэтому в этом плане не стоит даже сомневаться. Вот. Значит, другой вопрос, что как бы то, что вы описываете, да, это измена молодому человеку, своему, ну, как-то это вот немножко, знаете, я бы сказал, немножко не вяжется, что ли. А с тем, что вы его любите, хотите, чтобы он вернулся и так далее. Ну, то есть, как бы,
если бы у вас в отношениях все было бы хорошо, да, то, ну, скорее всего, скорее всего, вы бы ему не изменили. Вот. А поскольку была измена, то, ну, скорее всего, какой-то кризис имеет место быть. Вот. И этот кризис, он связан с тем, с одной стороны, что вы хотите для себя сами. С другой стороны, этот кризис связан с тем, какие, ну, условно говоря, какие негативные чувства, эмоции вы можете испытывать при взаимодействии с молодым человеком. И то, что вы, там, условно говоря, терпите с ним. Как бы рядом с ним. Вот. Соцмен — это всегда определенный кризис. К сожалению. И получается так, что вы был факт смены, то получается, что вы в какой-то степени факт наличия этого кризиса игнорируете. Получается, что в какой-то степени вы пытаетесь от этого убежать, пытаетесь это как-то сделать условный вид, что этого не было, что этого нет, что условно говоря, это неправда. Хотя это, к сожалению, правда. И вы стыдитесь того, что в глубине души вам не хочется находиться в этом кризисе. Вы стыдитесь того, что недовольны где-то в глубине души тем, как как все происходит. То есть вот именно именно вот есть недовольство, скорее всего, у вас насчет тем, как обстоят дела. Но вы это терпите, вы привыкли это себе подавлять, скорее всего. Вот. И, соответственно, привычка подавлять, она, конечно, так просто не исчезнет. А привычка подавлять связана, скорее всего, с обесцениванием своих собственных желаний, своих собственных потребностей, вот, чувств и эмоций.
Соответственно, здесь же возникает стыд, ощущение стыда, чувство стыда здесь возникает. Вот, значит, собственно, именно поэтому я думаю, что вы ничего не говорили мужчине, своему молодому человеку. Вот, по той причине, что, собственно, вам было стыдно, вот, и мне кажется, что вот стыд это то, что молодой человек, ну, условно говоря, почувствовал, когда вы ему сказали. Стыд и чувство вины. Условно говоря, некое такое понимание того, что может быть кризис, что может быть какая-то сложность, какие-то проблемы, а именно вот ваше чувство стыда было. И поэтому вместо того, чтобы посмотреть, собственно, что же привело, там, условно, вас к изменению, да, вместо того, чтобы вот, ну, поисследовать как-то этот момент, вместо этого он пошел в обвинение, хотя его ответственность в том, что произошло, есть, и она, ну, по сути, 50 на 50. Вот. То есть в этой ситуации, конечно, оба партнера ответственны, скажем так. Вот. Но вы берете там на себя как бы всю ответственность и, собственно, из-за этого в какой-то степени молодой человек это чувствует, что вы это делаете, и вам ну, отзеркаливает это, скажем так. А вы чувствуете себя еще больше виноваты. Вот. Хотя чувство, ну, хотя, повторюсь, ответственность, ваша ответственность, вот ровно, ну, ровно 50 на 50. У вас ответственность с человеком, с мужчиной. Вот. Так что в первую очередь, с чем нужно работать, это с чувством вины, который у вас есть. Вот. Потому что именно оно, это чувство вины, ну, очень сильно вам мешает быть адекватной в этой ситуации, в которой вы оказались, мешает воспринимать спокойно то, что происходит между вами, молодым человеком, да? Ну, проблема, конечно, еще заключается в том, что он вам нужен.
почему-то, ну, мужчина, я имею в виду. И нужен он вам, вероятно, достаточно сильно. Я бы сказал, что очень сильно. Но пока не очень понимаю, чем. То есть не очень понимаю, почему вы в нем так нуждаетесь. Вот. То есть из чего состоит нуждаемость в нем ваша. Вот. Этого я пока понять не могу. То есть вот вы говорите, что вы его любите, да? Но при этом вот есть такие проблемы, на которые я вам указал. И, соответственно, вам необходимо данное противоречие для себя разрешить, чтобы иметь возможность молодому человеку предоставить достаточно такую четкую позицию, чтобы она была ему понятна, чтобы она вот, а не вот, ну, а не как это сейчас, что просто извини, дай мне там, еще один шанс и так далее. Вот. То есть, ну, сейчас мужчина просто чувствует, что вы себя виноватите, да, как бы ощущает, что вы себя, условно говоря, гнобите, вот. Ну, за то, что сделали. И просто зеркалует вам то, что вы чувствуете. Вот, и как бы, ну, пока у вас вот такая позиция, пока у вас такое отношение к себе, я думаю, что ничего не получится. Я думаю, что ничего не выйдет у вас. А в плане, ну, того, чтобы вернуть человек. Вот. Так что, значит, ваша задача заключается в том, чтобы определить причину своей измены, да, то есть как бы, ну, что вы, что вам хотелось, в чем вы нуждались, условно говоря, когда изменяли, причем без какого-то негатива, да, по отношению к вам. То есть мы правых и виноватых не ищем, мы не пытаемся найти вот кто виноват, да, там, да, да, да. Мы просто нам нужно понять. Нам просто нужно понять причину, нам просто нужно понять, как так вообще произошло. Вот. И если мы это поймем, если мы это сможем понять, условно говоря, вот, то в будущем такого не повторится. И если, условно говоря, у вас получится
человека, ну, вернуть, да, то вам не нужно будет опасаться, что будет повторение, ну, что будет риск, риск повторения. А если ситуацию не проработать, если не разобраться, если не помочь вам в себе разобраться, вот, то это может повториться, к сожалению. Вот. Ну, история может повториться, к сожалению. Решать здесь, конечно, вам. Ну и нужно понимать, что, к сожалению, как раньше уже не будет. То есть я имею в виду, что эта ситуация в любом случае изменит вас, изменит вашего молодого человека. Вот, и либо сделает ваши отношения более такими, знаете, зрелыми, личностно зрелыми, вот, либо вырастанет. Но это кризис, через этот кризис нужно пройти, и я думаю, что вы, ну, можете через него пройти. Другой вопрос, какой ценой, да, и что там будет, ну, условно говоря, что там будет с вами и с вашим партнером. Вот, то есть можно пройти кризис так, чтобы вы были вместе, а можно пройти кризис так, что вы будете, не знаю, негодовать, да, там, недовольны, все такое. Вот. Решать вам в этой ситуации. Вот. Так или иначе, скорее всего, мужчина сейчас будет пытаться всячески вас наказать. Вот это такая достаточно естественная, хотя и не самая красивая позиция, да, ну, как бы это не очень хорошо, безусловно. Но, видимо, к этому нужно сейчас относиться достаточно адекватно, да, и не воспринимать на свой счет вот то, что человек может делать. Это может быть достаточно жестоко по отношению к вам, ну, если там, ну, если будет это делать, это может быть достаточно жестоко, поэтому будьте к этому готовы, и постарайтесь посвятить время именно тому, чтобы разобраться в себе всячески, тому, чтобы как можно лучше разобраться в себе, преследовать себя. Вот. И чем лучше вы себя поймете, тем лучше вы можете донести до своего молодого человека то, как обстоят дела. Другой вопрос, захочет ли он вас слушать. То есть нужно, условно говоря, признать, что, может быть, такая ситуация, что вместо вы больше не будете
вам вот крайне желательно, но об этом помните, вам крайне желательно держать это в голове, что такое может быть, вот, и что это может случиться. И вот, исходя из этого уже действовал. Следующий момент. Вы говорите, что хотите, чтобы он вернулся. То есть вот, ну, вы говорите, что хотите... Для чего вы хотите, чтобы он вернулся? То есть, как бы, ну... ваша потребность в этом, она какая? Ваша потребность в этом, она в чем, чтобы человек вернулся? Поднимите об этом, пожалуйста. Это достаточно важный момент, как мне кажется, вот момент для того, чтобы вы немножечко так, ну, чтобы вам было о чем подумать, чтобы вы, быть может, чтобы себя разобрали несколько лучше, чем сейчас. Вот то, что я могу вам сказать. Это, условно говоря, в любом случае для вас лучше будет, если вы как можно лучше себя поймете, как можно лучше, ну, как можно лучше с собой разберетесь, как можно лучше себя поймете, и что означает, сможете лучше донести до человека его позицию. Вот и свою позицию. До человека свою позицию. Можете лучше донести. Вы, если, конечно, этого хотите. Если хотите, чтобы, условно говоря, там, вы были вместе. Ну, человек. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Опираясь на ту информацию, которую вы поставили. Хотя, на мой взгляд, ну, написали вы достаточно мало. То есть я про то, что можно было бы, наверное, немножко более значит, подробно описать эту ситуацию, да. Вот, то есть, опять же, ну, то, что вы говорите, там, что вот, вы пишете, что значит, сделали это, будучи в алкогольном опьянении, ну, это понятно. Ну, вы же не просто так, там, выпили, да, как бы. Уверен. Здесь были свои причины. Вот. И почему-то молодой человек вас спрашивал, да, то есть как бы почему-то он, я так понимаю,
подозревал вас, получается, в этом, а вы его обманывали. Вот. Ну, условно говоря, стыдились этого. Вот. То есть это теперь вопрос доверия и, соответственно, чем более понятно будет ему ваша позиция, тем больше раз будет шансов на то, чтобы его вернуть. Но необходимо понять, для чего вы хотите его вернуть. Вот. Чтобы он не чувствовал, что вы от него зависите, потому что сейчас, вот сейчас, к сожалению, выглядит все так, что вы зависите от человека. И зависите от него, ну, я бы сказал, довольно сильно, довольно сильно. Вот. Я не хотел бы, конечно, как-то вас расстраивать, да, но вот выглядит все, к сожалению, так. И повторюсь, что может быть, я не знаю, но может быть, именно может быть, именно ваша может быть, именно ваша зависимость привела вас к тому, что вы ему изменили в итоге. То есть понятно, что причина не только в этом, это понятно, безусловно. Вот. Но, тем не менее, как бы, крайне важно разобраться в этом, чтобы не было, допустим, такого, да, чтобы случилось снова повторение, чтобы было повторение этой ситуации, условно говоря. Вот. Давайте тогда на этом я свой ответ завершу. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду благодарен вам за какую-нибудь обратную связь, да, как вам, ну, то, что думаете, условно говоря, по поводу того, что я сказал, вот, всего вам самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.